Еще раз повторяю, мы живем в рабстве неосознанном. Хорош тот раб, который не осознает свое рабство. Мы живем словно в бункере Мохова, маньяка, который запугал нас, внушил нам, что больше мира нету, кроме вот этого места, в которое он нас поместил. На самом деле мир огромен, возможности безграничны. Технологии можно развить, они есть технологии, но их не дают простым людям, нам. Ресурсов бесконечно. Земля сделана так, что воды, еды, воздуха, воздух самоочищается, вода очищается, все здесь гармонично, все. То есть, если бы это было так, как говорят нам ученые, то Земля бы давно уже загрязнилась и превратилась в какое-то кислотное место, потому что столько выбросов. Но Земля очищается. Она пригодна для людей. Но как минимум нам нужна качественная еда. Сейчас программируют еду, но она стоит дорого, потому что элита это не поддерживает. На Западе программируют еду, она на вкус, я не знаю какая, не помню, но в общем она содержит все необходимые микроэлементы для человека. То есть это еда, она стоит как обед в этом Макдональдсе на Западе. И эта еда должна доставляться людям на дом. Я хочу изменить этот мир. Ну, я знаю, что это невозможно, но